рецепт, улучшает качество крови, очищает организм, обладает послабляющим, мочегонным эффектом, чистит печень, обладает противораковым действием, блокирует рост раковых клеток, усиливает функцию половых желез, лечит половое бессилие, увеличивает выносливость организма, усиливает усвоение кислорода тканями организма, улучшает работу всей сердечно-сосудистой и дыхательных систем, снижает давление, снижает риск развития атеросклероза сосудов, болезни сердца, диабета второго типа, остеопороза. Омолаживающее действие содержит вещества, способствующие созданию новых клеток, резко уменьшает явление климакса. Уходит синдром холодных ног за счет сосудорасширяющего действия. Способствует укреплению артерий, стенок капилляров, связок и костей. Полезно при истощении организма и упадке сил. Препятствует ожирению, особенно ожирению печени. Рецепт приготовления. 1,5 кг очищенной свеклы порезать на 4-5 частей и залить 2 литрами горячей воды. Варить 1 час на среднем огне. Через час добавить 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Хранить в холодильнике. Перед каждой едой 3-4 раза в день выпивать по 30-40 мл свекольного настоя и съедать 1-2 кусочка свекла. Будьте здоровы! Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!